Доброе утро. Доброе утро, мои хорошие. У меня каждое утро начинается с прогулки. С прогулки. С того, что я просто наблюдаю на вот эту красоту нереальную. И смотрю на море. Смотреть не буду, поеду сегодня, съезжу на пляж. Ну что, собираемся на пляж. Не такая уж я и худая, жирочек еще есть. Так что все в порядке, не переживайте. Система полива в действии. А? Работает. Уже 4-й месяц работает. Посмотрите. Красота же. Вообще. И вот так весь сад. Представляете? Один раз просто проложили. Сделали разводку. Обошлось это в копейки просто по сравнению с тем, что предлагали здесь установить. Дешево и сердито. Ура! Вот она, красота. Вот она. Ну что, и здесь то же самое. Смотрите, все поливается одномоментно просто. Весь сад. Короче, тот, кто в России, на следующий год берите на заметку. Это очень крутая система. Один из самых актуальных вопросов для молодых мам, да и вообще в принципе для людей, это как заработать деньги. Очень многие спрашивают, где мне работать, как мне устроиться на удаленную работу. Об этом вам может рассказать. Сегодня я приехала на пляж в Алагаде. Третий въезд. Их всего 3 вроде. Вот, хочу посмотреть, что здесь вообще за пляж. Там бухта выглядит очень красивой. Так что сейчас я направляюсь туда. Здесь, конечно, камни фантастические. Посмотрите. Просто какие-то нереальные. Вот что значит природа, да? На улице 32, море теплое, красотища. Пошла смотреть бухту. Здесь такая дорожка в бухте. Такие фантастические камни здесь. Смотрите. Красиво так. Там песчаный пляж и никого практически. 2 зонтика. Рыбки какие-то маленькие. Водичка чистая. Пойду поплаваю. Ну что, я на пляж. Это для вас, моя инста-семья. Я вас люблю.